Всем привет! Всем, кто сейчас подключится. Надеюсь, что вам меня хорошо слышно. Друзья, привет! Дайте, пожалуйста, обратную связь, если вам хорошо слышно. Напишите, пожалуйста, что все в порядке. Да, привет всем! Мы подождем, чтобы как можно больше людей подключилось, и начнем наш прямой эфир, который будет посвящен вашим вопросам о предстоящем этапе, четвертом этапе RDS-GP. Вопросов сыпется очень много, вопросы сыпятся разные, поэтому вопросы, которые вы задаете и задавали в Инстаграме, и RDS-боту, который вы задавали, и которые вы пишете на почту, мы решили их все объединить, плюс мы решили сделать так, чтобы вы во время прямого эфира тоже свои позадавали вопросы и на все вопросы ответить. Спасибо всем за обратную связь. Друзья, давайте начнем. Я предлагаю следующим образом поступить. Я предлагаю делать следующим образом. Я отвечаю на два вопроса здесь из чата и на два вопроса из Инстаграма, которые вы прислали. Хорошо? Итак, поехали. Вопросы из чата. Можно ли билеты на месте купить? Да, на месте можно будет купить билеты категории Gold, Silver 1, Bronze 1 и Family Pass, если они будут в наличии, поэтому можно будет купить. Ребенок 6 лет, билет не нужен? Нет, ребенку до 7 лет билет не нужен, но нужно обязательно какое-то удостоверяющее свидетельство о рождении или любой документ, чтобы он у вас был, не обязательно в оригинале, но нужно, чтобы он был у вас с собой на всякий случай, если вдруг спросят. Как попасть волонтером в Сочи? Набор только еще будет. Будут ли билеты на 13 число? Нет, билетов на 13 число уже не будет, их нет, они закончились. Нахрена платная трансляция черти? Ну вот мы решили так. Добрый вечер. Билеты, купленные на май, действуют на любой этап? Друзья, билеты, которые вы купили на май, нужно было обменять или сделайте это сейчас, и тогда они будут действовать на тот этап, на которых вы их обменяете. Ищу того, кто сможет подкинуть в субботу. Ищите, как работает проход по системе «Инвалид плюс один сопровождающий». Вы должны обязательно оставить заявку, предупредить нас, организаторов, о том, что инвалид придет вместе с сопровождающим. Желательно написать имя, фамилию инвалида и имя, фамилию сопровождающего. Вы спокойно приезжаете на этап, мы вам даем браслет и вам, и сопровождающему, и вы спокойно передвигаетесь в сторону просмотра мероприятия. Инвалиды первой и второй группы проходят бесплатно на мероприятие вместе с сопровождающим. Заявку, кстати, надо оставлять на почте info@sobakavdrifte.ru. Так, когда Battle GP и Formula Drift? Без понятия, пока мы не планируем. Ну, надеюсь, что скоро. С лаунж-зоной конфиг не видно. А где у нас лаунж-зона, простите? Я не понимаю вопроса. Мне календарь не пришел. Алекс, напишите мне, пожалуйста, в личку. Я узнаю, где ваш календарь. Что с фудкортом? С фудкортом будет все в порядке. Он будет там же, где и в прошлом году, позади трибун, чтобы вам было проще. Поэтому фудкорт у нас будет, и все будет хорошо. Когда состоится этап? 12-13 сентября, забыла месяц, прошу прощения, приедет ли Сайкта, Кавабата и другие? Нет, не приедут. Дети до 7 лет бесплатно. Да, дети до 7 лет бесплатно. Нужно обязательно подтверждение. Когда иностранцы? Ну, у нас уже есть иностранцы. Сергей Исаак, Алексей Головня, Кристопс вот к нам приехал. Чем вам не иностранцы? Мне кажется, прекрасные иностранцы. Кристопс будет, да. Угу. Вот менеджер команды Лукойл ответил, что Кристопс будет. Значит, я не вру. Когда царь будет на подиуме? Наверное, вопросы к нему. Здравствуйте, когда будут какие-нибудь розыгрыши? Очень хочется поучаствовать. Свободная дорога, у нас куча розыгрышев на самом деле. Нужно вам внимательнее следить за анонсами здесь, в Инстаграме. В первую очередь, самый главный розыгрыш мы проведем с Гриней в четверг. В прямом эфире в 6 часов вечера мы будем разыгрывать 10 подписок на РДС ТВ на четвертый этап, поэтому подключайтесь. Все условия у нас в посте, посмотрите в ленте в нашей.
также. Есть розыгрыш от компании iMall замечательный. Можно выиграть Жигу, можно выиграть скутер Премьера. Поэтому давайте тоже в нем участвуйте. Это очень все легко сделать. Куча розыгрышей. Участвуйте. Как опознать такси от Кузьминок? Верблюдыч, господин, я не понимаю вопроса. Наверное, на нем должна быть шашечка. Билетов в Сочи уже нет. Билетов в Сочи еще нет. Дрифт-такси с билетом Gold можно будет прокатиться? Можно будет с любым билетом, но не бесплатно. Дрифт-такси – это услуга, которая оплачивается отдельно. Стоит она 5000 рублей. В порядке живой очереди оплачиваете и загружаетесь в автомобиль. Гоча на Гэтри будет? Нет. Федоров едет. По списку заявленных пилотов я его не помню, но нас будет около 40, друзья. Не пропустите эту битву. А будет дрифт на пятом этапе? Конечно, будет. А лишь что по парковкам? Сколько их будет и где? Насколько я помню, по прошлому году парковок достаточно. На самом деле на АДМ нет никаких проблем с парковками. Они все бесплатные, поэтому приезжайте, паркуйтесь. Но самое важное объявление для всех, кто поедет на личном автомобиле из Москвы. Заезд только через Лыткарино. Остальные проезды закрыты, друзья. Это очень важно, запомните, пожалуйста, и чтобы потом не возникало никаких вопросов. Только через Лыткарино. Билеты в день события на АДМ купить можно будет? Можно будет купить на АДМ только те категории, которые остались. Мы надеемся, что это категории Gold, Family Pass будет обязательно, может быть Silver 1 и Bronze 1. В Краснодаре будет этап? Это вопросы к РДСЮ. Кстати, они опубликовали календарь. Можете зайти посмотреть. Когда в Питере будет нормальная погода? Она всегда там хороша. Просто любите ее. Почему Гриню последний раз засудили? Друзья, я не судья. И ответов на этот вопрос я не знаю. Это кто вообще? Это пресс-секретарь РДС GP. Приятно познакомиться. Заявку на инвалид плюс один нет, обычным письмом оставляйте. Yeah. Ciao, Spain. Или как вы там говорите? How do you say? Hello. Hello, Spain. Будет этап в Красноярске. В Красноярске будет РДС Сибирь. А, билет. Да, там определенных категорий в Сочи остались. Да, вы правы. А, определенных категорий в Сочи билеты продаются. Лосев будет? Конечно, будет. На участие как попасть? На какое участие? Так, на вопрос про билеты в день соревнований я отвечала. Для детей какие-то развлечения планируются? Да, у нас всегда есть развлечения для детей, включая детскую площадку с аниматорами. Мы надеемся, что погода нас не подведет. Кстати, друзья, если вдруг будет плохой прогноз погоды, я вас очень прошу, возьмите с собой дождевики. Не берите, пожалуйста, с собой зонты, потому что зонты будут мешать обзору зрителей на трибунах. Поэтому только дождевики. Хорошо? Как самому заявиться? Напишите на sportsobakavdrifte.ru. Давай погоду зарешаешь, Алиша, и расходимся. Андрюха, все что угодно для тебя, давай зарешаем. Почем билеты? Посмотрите, пожалуйста, на сайте www.vdrifte.ru. Там все есть. Краснодаре, что не Алиша безупречно, спасибо. Угу. Так, закрыли про Алишу. Что нужно для инвалида билета? Вам нужно подать заявку на info@vdrifte.ru, написать, кто приедет, и один сопровождающий, чтобы мы были готовы к тому, что вы приедете. Вам бесплатный проход. Выигрывал код трансляции, он разовый? Да, он разовый, и только на ту трансляцию, на которую вы выигрывали. Через Лыткарино или через Островцы? Через Лыткарино только, друзья, только через Лыткарино. Сохраните эфир, пропустил про билеты. Хорошо. Какие данные нужно оставить для письма? В свободной форме, ну имя, фамилия желательно. Приходите на АДМ с теми билетами, которые были на другой этап, ведь так? Питер Бабенко. Да, вы приходите на АДМ с теми билетами, которые были на предыдущий этап, при условии, что вы оставляли заявку на обмен в компании Tickets Cloud. Так, я сейчас тут найду ваши вопросы.
Угу. Если будет плохой прогноз погоды... Угу. Так, лучше на YouTube посмотрю. Смотрите, как поменять билет с мая на этот этап. Вам нужно обратиться в компанию Tickets Cloud, они вам дадут форму для обмена. Добрый день, а билеты нужно распечатывать? Билеты распечатывать не нужно, достаточно их просто сохранить на телефон. В Сочи этап не отменяется? Слава богу, нет. Так, Попов Дмитрий, спасибо. Привет из Казани. Казани, привет. Про Сочи непонятно, еще нет, но какие-то категории продаются. Друзья, на самом деле у нас просто был такой момент, что мы закрывали продажу билетов в Сочи. Вот давайте я прямо сейчас перейду на сайт и проверю, что у нас с билетами на Сочи. Я думаю, что все у нас с ними в порядке, раз вы говорите, что они продавались. Может быть, я просто к своему стыду упустила тот момент, когда их в дрифте... .ru. Когда их снова запустили в продажу. Кстати, ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, что оригинальные билеты на RDS-GP продаются только на нашем сайте www.drifty.ru. Любые другие сайты – это мошенники, которые накручивают цены. А, да, вы правы. Абсолютно все категории билетов открыты на этап Сочи. Посмотрите. Абсолютно все категории билетов открыты, поэтому заходите, покупайте. Это я немножко упустила этот момент. Прошу прощения, такое бывает. Так, привет, Игорян. Любая группа или только вторая с первой? Группа один или два? Почему пьешь постоянно? Горло болит. Форвард на первом, а фейл крю на втором. Верно. Все результаты, кстати, доступны на сайте www.drifty.ru. Заходите, проверяйте. Мы обновляем результаты в реальном времени. Я оставляю заявку в Google форме. Это то? Да, это то. Питер Бабенко, это то. Значит, ваши билеты обменены. Приезжайте. До встречи на РДС. Во сколько обычно заезды начинаются? Ребят, мы опубликовали наше расписание. В 10:15 начинается квалификация в субботу. Приезжайте. Будут ли билеты на Рязань? Дай бог, будут, если нам разрешат зрителей. Билеты на GP в Москве еще есть? Еще есть. Уточнение. Через Лыткарина зрителям, участникам в четверг на тренировку тоже через Лыткарина. Всем через Лыткарина. Закрыты островцы вообще, там перекопано. Если таксист ушел в дрифт, он может выступать в РДС? Нет. Алиша, спасибо. Спасибо вам, прическа. Угу, спасибо. Бронз 2 будет на месте продаваться? Не будет продаваться бронз 2 на месте. Сколько лет кудряшкам? Ох, много. Трансляции будут всегда платные на следующий год? Да, да. Трансляции будут всегда платные и на следующий год. Все, ваши вопросы закончились в чате. Переходим к вопросам, которые вы оставляли у нас здесь в форме вопросов. В форме вопросов. Здрасте, здрасте, хочу, чтобы вы приехали в Красноярск. Я сама очень хочу в Красноярск. Верите, нет? Так что до встречи в Красноярске. Какая цена на дрифт-такси? 5000 рублей с человека на дрифт-такси. 5000 рублей. Вопрос, который был у нас в Инстаграме. Подскажите, есть ли на территории кафе, где пообедать, примерно за сколько? У нас очень много на территории будет точек общественного питания, и вы сможете на любой вкус себе выбрать и на любой кошелек. У нас занимается чудесная девушка Ася фудкортом, и она предусмотрела просто все. А дрифт такси 5000 рублей с человека? Именно, да. Сколько участников? Тоже был вопрос в Инстаграме. Около 40 участников у нас будет, поэтому будет очень интересно. Даже на квалификации, если вы до сих пор думаете, приезжайте обязательно. Трансляция кайф, думал на один день идти. Обязательно приходите на два. Обязательно приходите на два. Это очень классное будет мероприятие. Только на всякий случай одевайтесь тепло, мистер Велик. Откуда будут ходить шаттлы? Спрашивали у нас в Инстаграме. Друзья, в этом году из-за плотного этапа и из-за того, что мы просто
много очень передвигаемся, у нас не ходят шаттлы для зрителей. Мы приносим наши извинения за неудобства. Со следующего года мы эту ситуацию исправим. И если купить билет Gold, но приехать только 13 числа, он будет действителен? Да, конечно же, он будет действителен, безусловно. Спасибо вам, лучшие мероприятия дрифта только у вас. Спасибо. Кстати, вы привезете супру Дайга или пока секрет? Кстати, надо заходить на профиль, на аккаунт компании iMall Russia и писать там «Хочу супру в мячике». Ну, вообще, на самом деле, привезут. Открою вам секрет. Так, поехали дальше. Трибуны тоже по подписке? Нет, представляете, нет. Трибуны по билетам. Заплатил за прошлый этап трансляцию. Больше смысла не вижу. Там ничего особенного, можно и обзор посмотреть. Ну да, такое мнение тоже есть. Герцог 29. Но спасибо, что вы все-таки уделили нам внимание и посмотрели трансляцию. Скажите, пожалуйста, в Ростове вообще когда-нибудь возможен один из этапов? Конечно же, возможен. В любом городе страны возможен. Где будет проходить, был вопрос в Инстаграме. Видимо, непонятно. На АДМ, если что. На сайте была открыта продажа билетов на этап Сочи. Это действительно так. Только на нашем сайте продаются билеты. www.drifty.ru. На других тоже продаются, но по конским ценникам. Сложно будет добраться на автобусе от остановки до трассы. Если честно, будет непросто. Честно, друзья, положа руку на сердце, непросто. Поэтому, но лучше, чем ничего. Кто выступает в Гочине-Ниссане? 180, да, наверное, SX? Рома Тивадар, который выиграл прошлый этап. Так, друзья, давайте не ругаться в чате, все в порядке. Дальше. Был вопрос у нас про бесплатную парковку. Бесплатная или парковка? Парковка бесплатная. Задавали вопрос нам зрители в Инстаграме, а билеты только на 13 сентября можно будет купить, но не за 3500. На 13 сентября билетов нет, увы и ах. Их раскупили практически вот за 8 часов после того, как они появились в продаже. А в связи с тем, что мы заполняем только 50% трибун, квота на билеты категории Silver 2 и Bronze 2 была маленькая. Подскажите, вот еще что по поводу посадки. Различаются ли места? Нет, места не различаются, потому что это одна трибуна. Места не различаются. Вы сидите все на одной трибуне. Пожалуйста, ознакомьтесь со схемой трибун. Кто из Казахстана приедет? Наверное, пока никто. GP только в Центральной России будет или в Приморье? Ну, мы надеемся, что мы во Владик приедем. Кстати, ровно 2 года назад в этот день мы были во Владивостоке, но теперь непонятно. Так, если не удастся поменять билет, удастся поменять билет. Вам все удастся, у вас все получится, пробуйте. Дальше вопросы. Вот вам показываю, кто присылал вопросы из Инстаграма, читаю прямо сейчас, чтобы вы не думали, что я их выдумываю из головы. Будет ли автограф-сессия? Конечно же, ее не будет. Их нельзя проводить. Поэтому мы в этом году пока без автограф-сессии. Возможно, к Сочи можно будет проводить, но пока нельзя. Ехать на автобусе, там легко до трассы дойти. Дойти можно, но не очень легко, поэтому будьте аккуратны. Давно купленные билеты остаются действительны или их нужно как-то перерегистрировать? Я вам рассказывала о том, что все билеты нужно обменять, если вы этого не сделали. На сайте 3W, на Tickets Cloud. Вы просто пишите в Tickets Cloud и оставляете там заявку на обмен. Вам билеты не приходят в ответ. Вы просто со старыми билетами приходите, но они нам сообщают о том, что была произведена процедура обмена. Спасибо большое, Your Cocon, да? Спасибо большое. За автограф сессии обидно. Да, и нам тоже обидно, если честно. Хорошая процедура. Надеемся, мы ее вернем. Где находятся парковки? Насколько они мест? Всех мы поместим. Парковки находятся рядышком. В парк придется идти минут 5-7, я думаю. В Сочи хватит билетов? Я думаю, что да. Ну, если что, если вы успели купить, значит, вам точно хватит. Будет ли РДС Сибирь на Красном кольце под эгидой РДС GP? Друзья,
Мне кажется, мое лицо сейчас все сказало, но вы обязательно следите за новостями, мы об этом расскажем. Так, самое терпеливое. Угу. Как жизнь-то, все норм? Ой, спасибо большое, все прекрасно. Спасибо вам. Как у вас-то дела? Все хорошо? Как стать оператором РДС? А что значит оператором? Поснимать? Привет, я на базе. Федя, привет. Привет, Федечка. Как дела? Рассказывай. Тоже тут. Рассказывай. Кто такая? Лет сколько? Отвечай. Да пресс-секретарь я РДС GP. Лет много. В Питере загорела. Угу. Так. Дальше поехали. До какого числа проводится 4-й сезон? Наверное, вы про 4-й этап 12-13. Будет ли трансфер от Раменского? Трансферов не будет, я уже на этот вопрос отвечала. Как стать волонтером? Друзья, волонтеры у нас уже набраны. У нас было недавно объявление пару дней назад о том, что мы набирали волонтеров. И вот волонтеры все набраны, и поэтому пока свободных вакансий нет. Видеооператором стать, бегать по трассе. Оставляй заявку на www.rds-press.com. Здравствуйте, просьба. Я был на РДС Санкт-Петербург. Просьба, оставьте какую-нибудь музыку между паузами и перерывами. Господин Валентин, хорошо, спасибо вам большое за подсказку. Мы об этом обязательно подумаем. Новые стримы с пилотами будут? Вот такие стримы в прямом эфире пока не планируются. А надо, да? Если надо, пишите, может, что-нибудь придумаем. На тикете оператор сказал свяжется, но не связался. Значит, свяжется еще. У них очень много работы, операторы перегружены. РДС будет продвигаться в сторону Украины? Ох! Ну, пока у нас таких мыслей, если честно, не было, но думаем, что все возможно. Дела хорошо. Развал победы настроим и вперед. Давай, Федя, удачи. Так, дальше. Сколько человек в команде РДС? Был вопрос. Ну, это очень большая тема. Нас очень много, на самом деле. Есть люди, которые круглый год работают, есть люди, которые работают поэтапно. У нас очень большая команда, около 20 человек. Свиридов пишет, 2 месяца прошло, и никто не связался. Вы оставляли заявку на обмен? Если да, и если вы обменивали на этап в мячике, просто приезжайте, друзья. Просто приезжайте, хорошо? И все будет в порядке. Можно фотографировать, если аккредитации нет, но есть билет, спрашивал у нас зритель. Можно, но ваша техника не должна никому мешать на трибунах. Вам нельзя, чтобы у вас была очень большая аппаратура. Короче, если вы никому не мешаете, снимайте ради бога. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели мое IGTV. Алиша, привет, а когда будет розыгрыш РДС ТВ? В четверг 18:00. Дальше. Просто ехать далеко было бы некрасиво. Опишите мне, пожалуйста, вашу проблему на почту. Напишите мне, я вашим вопросом займусь. Сколько мест на парковке? Хватит мест. Будут ли... Так, это все было. Будут ли действительными билеты, купленными в январе на этап в Мячково? А, вот, кстати, хороший вопрос. Будут. Если вы покупали билеты изначально со скидкой на этап в Мячково, то все действительно, приезжайте. Ребята, вы самые крутые, оставайтесь такими же и совершенствуйтесь. Просто топ of the top, офигенные эфиры. Иван, ты просто красавчик. Спасибо, и наши лучи добра летят к тебе в ответ. Как так быстро исчезли Бронз 2 и Сильвер 2? Я уже говорила о том, что они буквально за 8 часов разлетелись. Поэтому вот так. Привет от выигравшего Жигу на 3-м этапе. Ох, привет, товарищ. Счастливчик. Надеюсь, у тебя все хорошо. Подскажите, во сколько лучше приехать с 6-летним ребенком, чтобы сразу? Селезнев Дэн спросил.
Дэн, я тебе предлагаю, в зависимости от того, что ты хочешь посмотреть. Если вы хотите посмотреть квалификацию, приезжайте к 10-15. Если хотите посмотреть парные заезды, приезжайте уже к 2, там, например, или к 3. То есть в зависимости от того, какой процесс вы хотите посмотреть. Мы понимаем, что очень тяжело детям находиться огромное количество времени на автодроме. Расписание есть, выбирайте любое время и приезжайте. Тупенький вопрос. Только что переотправил билеты через Tickets Cloud. Это то самое, чтобы не было проблем пройти. Не поняла ваш вопрос. Переформулируйте, пожалуйста. Может быть, я туплю. Не понимаю. Дальше. Появятся ли еще билеты во второй день? Не появятся. Все, вопросы закончились у меня, кстати, из интернета. Из нашего инстаграм-аккаунта. Если у вас нет вопросов, я думаю, что был у нас прекрасный, в принципе, очень информативный эфир. Я вас благодарю за вопросы, которые вы высылали. На самом деле это очень важно и это очень-очень круто. Давайте еще раз быстро. Схему проезда и схему трибун можно найти здесь, в инстаграме, в группе, во ВКонтакте и в нашем канале, телеграм-канале. Сегодня же эту схему можно будет найти и на сайте. Там же можно найти расписание. Обязательно вы посмотрите. Расписание есть везде. Дальше. С детьми до 7 лет можно и нужно приезжать с детьми до 7 лет только при наличии удостоверяющего документа. Хорошо? Дальше. Если вы инвалид первой или второй группы, но хотите посетить RDS-GP и вам нужен сопровождающий, напишите об этом на info@drifty.ru. Предупредите нас, организаторов, о том, что вы приедете, чтобы мы заранее подготовились. Если вдруг вы приедете на RDS-GP на личном транспорте, не переживайте, у нас есть парковки, у нас есть места и заезд только через Лыткарино. Это очень важно. Запомните, пожалуйста, друзья. Вопросы, да, еще тут. Парад пилотов будет, автограф-сессии не будет. Сколько участников? Около 40. Если покупал билеты со скидкой в Сочи, ничего не надо менять. Нет, если вы хотите билет в Сочи поменять на билет в Мячково, нужно поменять. Только так работает. Перчатки, маски надо? Спасибо тебе большое, милый человек, за этот вопрос. Масочный режим сохраняется на территории Московской области по приказу губернатора. Поэтому, пожалуйста, пускай ваши маски будут при вас. Мы вас очень-очень сильно просим. Ну все, да? Прекрасный эфир. Спасибо вам большое за хорошие, адекватные вопросы. Детям 7-12 лет подтверждение возраста не надо? Не надо. Вы покупаете детские билеты. Друзья, спасибо вам большое за вопросы. Спасибо вам большое за уделенное время. И встретимся в четверг. Да, встретимся в четверг в 18:00. Разыграем 10 подписок на РДС ТВ вместе с Гриней. Поэтому до встречи. И всем спасибо. Завтра будет список пилотов. Ждите. Пока-пока. Хорошего вечера.